очередной механический карандаш, попавший под разборку сегодня. Смотрите, что получилось. Карандаш из Китая. Ссылок никаких не будет, их легко найти. Они до 100 рублей в ценовой политике. Так что вперед, погнали. Кто бы мог подумать, но есть фирма Дельта, вот, а есть еще Биковская. Это такой очень гладкий, прикольный карандашик. Он треугольного сечения. Вот. Здесь пластик, но когда мы нажимаем, у нас никакие кулачки не высовываются. Заявлено HB 0,5 мм на нем. Так, наклеечку надо убрать сразу, чтобы она не привлекала внимания. Если вы захотите такой заказать на сайте AliExpress, его очень легко найти. Ссылок в описании не будет. Не будет специально, потому что только я сделаю ссылку, сразу же почему-то месяц-два и пропадают эти ссылки, приходится переделывать. Заявлено HB, но это так и есть. Причем такой даже больше, HB2, я бы даже сказал. О, сломался. Ничего, бывает. Так, у нас есть еще цвет. Цвет прикольный. Мне лично нравится. Дочери тоже, я думаю, понравится, потому как она очень любит карандашики. Делает ими домашние задания в своей тетрадочке. Так, стержни пошли. Первый стержень. Ну, я думаю, и последний. Не слышно, чтобы был второй. Ну, 0,5. Здесь у нас маленькая такая. Прикольная. Маленькая треугольная, как ручка, резиночка. Резиночка стирает нормально. Ну, это как любая их резинка. Здесь у нас снимается наконечник. И можно заправлять. И можно заправлять через верх, кстати. Вот. Что прикольно. Мы можем вставить любой стороной даже. Круто. Так. Здесь мы закрываем. Здесь мы... Ну, в общем, все такое треугольное. Опять же, здесь отверстие есть. Есть. Это уже безопасное. Получается. Насколько оно хорошо вот здесь вот. Пока оно фиксируется, но я думаю, впоследствии легко будет потерять данную штуку. Здесь у нас раскручивается или нет? Ну, я так понимаю, что нет. Запрессовано. То есть это не разборной карандаш. Японские механические карандаши разбираются куда интереснее на составляющие. Загрузку делаем обратно через колпачок. Можно делать, сняв колпачок. Закрываем карандашик. Вот такой у нас карандаш получился. На 0,5. И сколько же мы будем ждать, пока он выйдет? Да, здесь он будет выходить долго. Наверное, он просто не проскочил. Он застрял. Но тем не менее, мы можем эту штучку для картриджей вставить обратно. Оп. Так, и попробуем вставлять.
через обратный ход клапана. О, все, здесь все работает. Здесь мы вставляем. Хоп, починили карандашик. Всем, кому понравилось данное видео, оценивайте, ставьте палец вверх либо вниз, оставляйте свои комментарии, пишите о том, где вы заказываете или покупаете себе механические карандаши. Всем пока! Подписываемся на канал!